Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. В последней серии мы разобрались с трениями внутри двух кланов. Солстейма. Собственно, довольно-таки радикально. Мы одних убили вообще нахрен просто. Вплоть до дочери, там, которая вообще не при делах была по большей части. Но, по крайней мере, заработали себе репутацию в городе, и теперь у нас есть вот свое имение. Кстати говоря, сейчас нужно в него зайти, ознакомиться. И сегодня я хочу посмотреть, когда мы ходили там в эту пепельную цитадель, там недалеко на горизонте был какой-то огромный гриб. Мне интересно туда сходить и попробовать, что же вообще из себя представляет это место. Прикольный такой вампир, но его броня мне не сильно нравится. Мне больше нравится броня, которая на мне, она тоже вампирская. Ее, кстати, не говорить, что она плохая, я ее прокачал с помощью кузнечного дела до очень больших высот. Так, игра, почему ты грузишься так долго? И мне до сих пор нужно попитаться с кого-нибудь, потому что уже серии, наверное, 5, у меня дикий голод, и персонаж у меня все больше и больше похож на какую-то нежить. Так, хорошо. Вот эта вот конурка теперь наша. Выглядит она довольно странно. И я не собираюсь не особо жить, потому что дом у меня в Вайтране. Очень удобный, маленький и крутой. А это так, будет нашей отправной точкой в путешествиях. Подарили нам. Называется барская подача. Ну, в принципе, пусть будет. Выглядит довольно неплохо. Хотя, конечно... Нет, неплохо. Вполне себе. Здесь есть кузнеческие принадлежности. Здесь есть... тут у нас что? Тут мы уже побывали, когда искали какие-то доказательства вины этого клана. Здесь есть алхимический стол, причем много всего хорошего. Здесь есть магический стол для зачарования. И очень крутая кровать вот с этими непонятными манекенами. Я бы, честно говоря, неспокойно себе... Ну, я ненавижу манекенов, поэтому неспокойно бы себя чувствовал, если бы в моей спальне стояли 4 здоровенных деревянных истукана. Да ладно. Пусть стоят. В общем, вот такой у нас дом. Сейчас, кстати говоря, день 6 вечера. Давайте мы поспим 4 часа, а ночью выдвинемся по своим заботам. Ночью двигаться интереснее. Вы просыпаетесь и чувствуете, что отдыхает. Так, какого черта? Нормально. Что бы это могло быть? Выброс вулканического пепла Красной горы превратил южную часть Солстейма в пепельную пустошь. Есть такое ощущение, что сейчас мне приснится что-то нехорошее. К чему это вообще? Совершенно неожиданно. То есть... Да. Дела. Эта серия почему-то долго грузится, несмотря на то, что я сделал, как и советовали. То есть... Что? Я не вампир. Так, спрятались. Что тут? Культист. Так, ну культист. У тебя проблемы, культист. Вы поняли, да? Теперь и мы работаем на постройку этого непонятного храма. А он вырезает народ. Да в принципе, какого черта? Сейчас ты у нас полетишь в незабываемое путешествие. Ну, ладно, так тоже неплохо. Свидание. Так, хорошо. Что это было? Это был голос Мирака, клык Сабрезуба. Зачем ты его носишь с собой? Деяние культиста. В принципе, довольно-таки
неплохое. Выглядит солидно. Но мне мое больше нравится. Вы поняли, да, где мы находимся? Собственно, нет, мы находимся вообще в другом месте. Как мы тут оказались? Мы всю ночь шли, что ли, по его зову? В принципе, нам сюда, но повторюсь, как я уже говорил где-то, мне неоднократно говорили, что в игре пока что серьезные проблемы с финальной частью сюжетного квеста. То есть там в определенном месте зависает и все. Поэтому я жду патча. И пока я туда сёр не пойду. Ну и я думаю, что это рано. Демирок. Обалдеть. Кто это такие-то вообще? Первый раз вижу. Голосок. Что за существа? Ты молишься? Вот это я попал. Реквинквоин. Я так понимаю, это слуги Мирока? Камень зверя. Они строят вокруг камней, что ли, эти штуки свои? Выкачивают из них энергию как-то? Камень зверя. Я не знаю, что я сделал только что. Пора прекращать, по-моему. Жать непонятные кнопки. А, я могу перемещаться между ними, это как порталы. Так, пора прекращать работать на дядю. Где мы теперь находимся? Мы все еще находимся здесь, это не порталы. Вот камень земли. Блин, это дополнение радует меня все больше и больше. Но я, пожалуй, отсюда сейчас буду уходить, потому что либо мы идем к храму Мирока в гору, либо мы идем куда-то вон туда, куда я хотел изначально, говорил в сегодняшней серии. Вот тут, видите, гриб огромный. Я хочу навестить это место. Или он... да, он где-то тут. Давайте пойдем поищем что-то новое. С этими делами непонятными будем разбираться потом. Меня, честно говоря, не радует то, что со мной только что произошло. Как видите, как-то этот Мирок влияет на умы людей. Зомбирует просто. Никто о нем ничего не помнит. Так, как-то тут не очень такой уверенный лед. Корень Нирна. Очень, кстати, полезная и редкая вещь, как помните. Медовый зал. Это что-то нордское. Кто научил тебя разговаривать? Хорошо. Вот это я попал. Да. Неожиданно. Ну круто, конечно. Знаете, вот они, у них морды крайне противные, но они все равно какое-то такое умиление вызывают своими голосами этими. Кто Брелфик? Я не Брелфик. Они мне напоминают эвоков из Звездных войн своими повадками. Прикольно. Что это вообще за место? Они, похоже, убили прежних хозяев, съели их, и теперь это их дворец. Видите, сколько тут крайне крутых и нужных вещей. Вон косточки лежат, черепа, бочки. То есть все очень большое, крутое. А это их вождь. You follow me. You strong help.
Кто ты? You strong. Help Trotkin. Как ты научился говорить? Chief Smart. Most likely dumb. But Chief Smart. We family. We strong. You stronger. Говоришь, тебе нужна моя помощь? Бельтемак, run. Prize beast, run. Full tribe king. Chase away. Бельтемак, fear. You bring he. Follow you. Yes. Бельтемак, это какой-то зверь? И ты хочешь его вернуть? Бельтемак, prize beast. You find he. Follow. Бельтемак, love meat. Give meat. He follow. You go. Ребята, спокойно. Find Бельтемак. Да хорошо. Дать мясо. Мяса у меня нет, кстати говоря. Надо будет добыть. У меня есть помидорка и сладкие рулеты. Блин, прикольно. Так, у вас тут, ребята, мяса нет нигде. У вас только косточки, я смотрю, остались тут уже. Вот это да. Так, ну что, ребята? Пойдем поищем. Нам, я чувствую, все равно в одну сторону примерно. Ну, примерно. Ну, не туда, конечно. Ну, ладно, пойдем. Где бы нам еще мясо взять? Надо поохотиться на кого-нибудь. Так, стрелы у нас ворочи. Хорошо. Тут какая-то... Чей-то вигвам. Давай посмотрим. Во, баран. Блин, баран, что ж остановился-то? Вот и мясо. Ой, тут тролль. Ну, тролль он, зверюга опасная. Стараемся не встревать. Козья шкура, отлично. А мяса у тебя нет, видимо. Блин, как обычно, в самый последний момент. Я, кстати, сейчас не держу замедление времени. Просто какой-то баг был, из-за этого стрела не полетела. Давай, подойди сначала. Оп, пардон. В глаз тебя треси. Свободен. У тебя, так понимаю, тоже мяса нет. Зато жир тролля. Для любого алхимика это полцарства за жир тролля. Неприятная тварь, но уже давно не представляет для нас очень уж большой угрозы. Хотя, если нападет неожиданно, может и порвать. Так, вы кто? Давайте сохранимся. Что-то есть подозрение, что это... Лось, ты не заблудился? Два сразу. We should either get used to staying here or be preparing to retake the hall. You're having us do neither, and I can't stomach it. Ребята. Your stomach isn't my problem. We'll act when I say we do, and not before. Well, you'd better say something, and soon. Хорошо. The master calls. Владыка зовет. Ты тоже, похоже, под воздействием, да? He draws near.
Понятно. Бесполезные товарищи. Но здесь у нас какой-то, похоже, курган или что это такое. И здесь вполне возможно находится еще одно слово силы. А нет, это вообще лагерь просто палаточный. У вас мяса нет? Бифштекс может пригодиться. Сундук. Золото. Лося, что вы тут делаете? Ну, это, конечно, хорошо, потому что мне нужно мясо. Я не думаю, что получится тебя убить с одной стрелы. Тем более, если она не входит. Оп! И нет лося. Так, осталось взять мясо, пока его не несло прибоем. Попробую найти в таком течении. Все, нет лося. Ушел на корм рыбам. А, вот он. Ленина. Вот это может пригодиться. Так, и стрела моя. Хорошо, убираемся и пошли уже по квесту, по которому мы, собственно, и двинули в эту сторону. Пока что непонятно, сюда мы, возможно, попадем попозже, потому что я пока не вижу никакого смысла. Извини, я убил твоего друга. Никакого смысла в этом поселении не вижу, тут никого нет, ходят только бесполезные два товарища с промытыми мозгами. Опять земля дрожит. До сих пор потряхивает тут все. Так, нам вообще вот сюда. А мы ушли аж вот сюда. Ну, я думаю, это все равно будет интересно. Там он еще на той стороне вроде что-то есть. Давайте, знаете, мы пошли сначала по нашему квесту, а потом уже сюда пойдем. Все по порядку, чтобы было. Так можно долго бродить, потому что постоянно что-то новое вылазит. Небольшой спринт. Вот, глухая ночь. Наше время. Интересно, а эти звуки кто издает? Похоже на лося. Не, ну вот это Сил Страйдер. О! Единые привидения. Давно я вас не видел. До свидания. Так, и теперь где-то оно тут. Там еще одно такое же. Морозное место такое. Главное, мать, дымок не найти. Ненавижу этих тварей. Так, вот подходим. Это вепрь. Фырканье. Иди-ка сюда, малыш, у меня для тебя кое-что есть. Бифштекс с Харкера. Пойдем за мной. Молодца. Недалеко ушел, а мы там уж вон куда убежали. Прикольно. Они на нем катаются, что ли? Свиньи, они всеядные, жрут, что попало, как и люди, в принципе. Поэтому не стоит удивляться, что я приманиваю его мясом. Так, загончик. Такое ощущение, что вы людей харчили тут.
Давай, заходи. А ты кто такой? Так, ну-ка стой. Может, подождет. Да у тебя кожа белая, как снег. Ты солнца боишься или что? Да, боюсь. Кстати говоря. Так, мы сейчас попробуем... Нет, не это. Зачем я это сделал, я не понимаю. Мы сейчас попробуем у тебя магию. Хотя, скорее всего, ты выше 10 уровня. Но, тем не менее, попытка не пытка. Я давно уже хочу попить крови. Да, обольщение вампира не действует. Ну и черт с тобой. Нужно найти уже кого-то спящего и покушать. Кстати говоря, у меня же кровь была. Я не думаю, что это нам... Поможет оно, нет, интересно. Представьте такой, фляга такая крови. Не думаю, что это утолит наш голод. Ну, давайте попробуем. Оно одно осталось, и все равно нам не больно нужно. Ну что, утолил твой голод? От питания ваша сила вампира слабит. Да мне без разницы, лишь бы болезни все прошли. Так, вот сколько у меня активных эффектов. Отлично, помогло. Так, мелочь, подвиньтесь. Пошли, похоже, хвастаться, бегут. Тебе еще что-то нужно? Что еще за красная трава? Но всю жизнь мечтал быть другом племени. Вредозобника надо найти. У меня нет случая? По-моему, нет. Я не собирал вроде. Так, это в ингредиентах, скорее всего. Один есть, кстати говоря. Осталось найти еще один. Понятно. Заодно сейчас пойдем к тому кургану, который там пониже. И где-нибудь по дороге найдем вредозобник. Круто. То есть выглядит он похоже на алоэ. It just came on so quickly. Чё? Удобно, нет? Bujold feels so guilty about what happened. Try not to provoke her. Кажется, люди здесь чем-то озабочены. Я не понимаю, правда, о чем они говорят. You don't know the half of it. Bujold's just embarrassed, I think. Doesn't help that her husband is one of the loudest complainers. She's always been quick to shame. Кто ее муж? Кувар. He thinks we've all gotten a little too soft. I can see what he means looking at Elmas, but the rest of us still have our edge. At least, I think so. And don't tell Elmas I said that. Окей. Не совсем понимаю, кто это такая была и о чем мы только что поговорили. Просто встретил. Вполне возможно, это то же самое, что у меня было с соратниками в оригинальном прохождении Скайрима. Я их нашел где-то просто в попе мира. Потом оказалось, что они в Вайтране обитают. И там были просто в каком-то выходе. И там уже было понятно, кто они, что они хотят. Не знаю, посмотрим. Так, вредозобника не видать. Ну, я думаю, по дороге мы его найдем. Кстати, по-моему, и он. Да. Вернемся, нет? Или дальше пойдем? Давай, сходим. Отдадим сначала. Два пучка травы вредозобника. Нам, я думаю, этого хватит. Вроде бы он так же говорил. Так, где вы? Вот оно. Это было совсем несложно.
теперь я друг племя. Отлично. Пока что самое забавное существо из всех, что я видел в этой игре. Пусти меня к вождю. Подожди, я же принес, нет? Почему ты захватил Тирск? Где-то жил прежде, чем попал сюда. Понятно. Так, ну я так понимаю, что... А, 10 листов, понятно. Он же 2 пучка просил. Ну, видимо, в каждом пучке по 5 листов. Не знал. Ну ладно, все, идем по своим делам. По дороге где-нибудь находим, там, потом обращаемся. Опять начинается. Хорошо. Довольно странно это все. Какой-то там стоял курган. Хочу его. И хочу на тот остров. Ну, вообще неожиданно, да? Так, теперь у меня выносливость не восполняется. Нет, потому что наступил день. Ну, сейчас мы зайдем уже в курган, и это будет... не будет иметь никакого значения. Ох, офигеть. Мертвый морж. Так, хорошо. Курган, я понимаю, там. Да, вон я вижу вход в него. Ну что, давайте на этом завершим. В следующей серии переберемся через этот водоем и пойдем в кургане, посмотрим, что у нас находится. Кроме прочего, тут вон еще пещера какая-то поблизости. То есть интересного вполне себе много. Как-то странно, неожиданно мы тут оказались, согласитесь, переночевав просто. Поработали на дядю, построили ему, чуть-чуть отстроили храм. Надо будет наказать в ближайших сериях. Надеюсь, вам понравилось. По-моему, было довольно любопытно с этими зверюшками. Непонятные маленькие племена какие-то, но достаточно смешно. В общем, увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.